Напомним, что выборы президента в стране пройдут 15, 16 и 17 марта. С учетом большого количества избирателей и предстоящей гражданской активности, вопросам безопасности уделяется самое пристальное внимание. В областном центре будут работать 130 избирательных участков. Я обращаю внимание, что здесь не только должны быть средства, которые препятствуют прохождению на избирательном участке с запрещенными предметами, все рамки, которые должны быть выставлены, они должны исправны быть, они должны работать, не являться декоративными предметами ни в коей мере. Раз. Второе, мы должны проверить и опломбировать все другие выходы, которые есть в помещениях, где расположены избирательные участки, дабы быть уверены, что возможность проникновения на них, в них невозможна. Еще один вопрос, который обсудили на заседании – беспрепятственное прохождение граждан к избирательным участкам. Максим Косенков отметил, что все подходы к таковым должны быть очищены от льда и снега. А там, где это невозможно, поскольку можно повредить асфальт или тротуарную плитку, провести обработку противогололедными средствами.